Ля, какая цаца, шо она делает, шо за цаца, просто, так сказать, сексом писю заниматься. Ладно, фигней пострадали, можно и поздороваться, так сказать. Всем привет, с вами снова я. Благополучно 4 месяца назад я свалил из игры, отдыхал, чилил. Ну, вы там знаете, это девочки, алкоголь, друзьяшки, все такое. А потом такой пришел коронавирус, и Путин такой говорит. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы. И я такой, ну бля, надо что делать. Ну и тут это Паша начал такой, типа, эй, пошли, пошли. У нас есть для тебя кое-что. Ну и в итоге я снова здесь, снова с вами. И значит могу снова писать видео по этой замечательной, просто максимально замечательной игре мирового уровня. Собственно, для чего вообще это видео? Как бы, я понимаю, что многим, возможно, насрать, там, уходил, приходил, типа, молодец, пацан, твоя работа, делай там, что хочешь, и так далее, и тому подобное. Но сегодня мы с вами все-таки возьмем и проведем некоторый челлендж. В общем, персонаж, который мне достался, имеет из временного доната чуть больше, чем нихуя. Вот, и поэтому мы с вами, так сказать, проведем краш-тест. Возможно ли играть без такого количество временного доната, которое нам постоянно впихивают разрабы. Как говорится, паладина заливаем, музычку подрубаем, запись ускоряем и смотрим. Сделай это быстрее, спаси, или же убей.
я специально как бы выложил вот данную БГ, потому что да, она, конечно, проигрышная, но суть того, как себя чувствует паладин без доната, все равно видна. Вот до этого я хочу сказать, что была там очень такая лютая кровавая баня, как бы выигрышная кровавая баня, но там слишком много по времени, поэтому я решил ее не выкладывать. Выложу просто там результаты и хайлайты, так сказать. Вот. А на этом, собственно говоря, все. И до новых встреч, ребята. Если у вас возникли какие-то вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях. Поэтому с вами был пока что уже тогда Алаказам. И увидимся в новых видео.